Так, значит, что? Ко мне какие вопросы есть? Благословите я стих сейчас. Сейчас благословим, не торопись. На сегодня у нас престольный праздник. По уставу это день постный. Вот. На рыбу не разрешается, но так как у нас престольный праздник, то это позволяется только на рыбу. Несмотря на то, что воскресенье, день постный. Мама, всегда. Вот. Значит, я сегодня уезжаю, поездку и буду почти месяц. Прошу ваших молитв. Не почти, а месяц. В отпуск, как всегда, в сентябре буду я к отцу Иоанну, там мы потом в Белоруссию, может быть, на Украину даже проедем. До Донецка хотели проехать. Посмотрим, как по обстоятельствам, как будет. Значит так, вот, прошу ваших молитв. Всегда сегодня вечером. Сейчас мы в Потеряевку едем, оттуда забираю вещи, обратно возвращаемся в Барнаул. Из Барнаула уже мы, я уезжаю вечером. 12 часов поезд. 135. Вы нам звоните. Вот так вот. Ну, буду кому-то там говорить, что уже, да. Ну вот. Ну так, значит, что, никаких ко мне нет вопросов? А я уже не телевочу. Ну, спасибо, Господи. Отче наш. Да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам есть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас на искушение, но избави нас от лука. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови, Христе Боже, я с тебе рабом твоим, яко святости всегда, ныне присно, во веки веков. Аминь. Так, кушайте, садитесь. Братья и сестры, пока ничего во рту нету. Вчера у нашей сестры Зинаиды был день рождения. Многое лето. Многое лето, 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 многое лето. Пожелаем ей, а также Андрею, Николаю и Анне, чтобы они довели своих детей до Царствия Небесного. Вместе пребывали там в вечной жизни. Аминь. Александр. Сейчас уже я без этого А мне Ольга говорит, там с Саней приедет. Попроси их, чтобы они привезли нож, у них машину, отец. Уезжайте, да? Да, возможно. Возвращайтесь. Всем хватило стакана. Где? Нет.
Да.